Команда Одинцовского городского округа приняла участие в интеллектуальном соревновании «Росквиз», организатором которого выступила партия «Единая Россия». Всего в первенстве было представлено 6 команд из разных городов Подмосковья. Одинцовские, Ружане, Мегамозг из Наро-Фоминска, Краснознаменский Позитив, Солнышко из Власихи и Можайский Рубеж. Одинцовские партийцы заняли 3-е место, а победителем стала Наро-Фоминская команда Мегамозг.